Итак, начну разбирать заказы по мере раздачи девчонкам, так скажем. Так, это подарки. Про подарки я расскажу потом. Смотрите, сколько всего интересного. Так, собираю первый заказ для Ириши. Она у меня заказала вот такой вот гель для душа 400 мл. Большой достаточно объем и очень выгодная цена в этом каталоге. Такие цены очень-очень редко, но каждые 3 каталога может быть 4, поэтому нужно брать. Там 100 с лишним рублей выходит всего. Дальше. Вот такой вот дезодорант с ароматом розы. Такой же есть парфюм. Тушь у нас сейчас со скидкой XXL. 5 в одном. Дезодорант мужской. И такое же мыло. Мыло очень классное. Большой достаточно кусок, надолго хватает. Сколько мужчина будет пользоваться. И от чего же классный аромат в коробке. А вот от такого набора. Здесь крем для рук, что-то там апельсин, корица, что ли, и такое же мыло. Очень вкусно пахнет, аромат просто, я как коробку открыла, сразу же аромат. Такой стойкий, классный, вкусный. И такой наборчик тоже сейчас со скидкой по очень-очень там низкой цене. Еще один заказ прекрасной девушки. Это вот такой вот крем для рук. Сейчас тоже идет со скидкой, большой объем, 150 мл. Вообще очень выгодно брать большие объемы, когда в продаже. Гели для душа и вот такие вот крема. Очень хвалят, кстати, здесь и питательный, и защитный есть какой-то из них. И вот такой вот дезодорант для сына заказала. Моя знакомая, не я заказала для сына, нам еще рано. В общем, кремушек тоже с хорошей скидкой, дезодоранты, мужские мыла тоже сейчас идут со скидкой. В своих обзорах я очень часто говорю фразу, что этот продукт со скидкой, этот продукт со скидкой. Потому что мои девчонки, в том числе и я, мы только выгодные покупки делаем. И бывает, что это покупки заранее. Допустим, я знаю, что скоро у меня закончится гель для душа. Я, конечно же, возьму гель для душа, пока идет очень вкусная цена. По-любому, 100%. Если, допустим, пена для бритья, да, у меня идет расход мужская. Всегда, когда пена для бритья, допустим, со скидкой идет хорошая, я беру 2-3 штуки. Вот. Также поступаю с детскими гелями для душа и так далее. Ну, то есть у нас только выгодные покупки. И многие говорят, я вот у меня закончилась и пошла купила. Ну, хотя качеством особо не, ну, недовольны, но покупают. Я уже давно приучилась, и мои девчата тоже приучились, что всегда покупают заранее. И когда что-то заканчивается, у них всегда есть в запасе тот или иной продукт. И самое главное, этот продукт, он куплен очень-очень по выгодной цене. Всем советую так делать. В общем, вот так вот красиво я выставила все заказы. Вот это вот мои подарочки по рекрутинговой кампании. Совсем вообще не ожидала, что мне придет вот этот подарок. Я почему-то не думала, не знала, но очень приятно. И, конечно, подробнее я расскажу про каждый продукт. Ну, практически про каждый продукт чуть попозже. Так, продолжим. Вообще неудивительно, что в заказе столько у меня туши Giordani Gold. Картинку прикреплю, как она выглядит. Ну, потому что девчонки очень ждали скидку на нее. А она сейчас очень глубокая. Так, поехали дальше. А вот такое вот мыло, жидкое, в красивой такой баночке. Это ограниченный выпуск, праздничной упаковки, молоко и мед. Кто пробовал, те знают, насколько вкусно пахнет эта серия. Бальзам для губ, помада, кремушек тоже с корицей и защитный крем для рук большой, в большом объеме. Так, дальше. Дальше вот такая вот кисточка для теней. Здесь спонжик, здесь кисть и дополнительный спонж. Здесь палетка магнитная для теней. И вот сами тени Refill. Они на магните и просто берутся, вот так отсюда вынимаются и вставляются в магнитную палетку. И вы пользуетесь. Сейчас покажу, как это выглядит. Выбираете оттенки теней и заказываете магнитную палетку. И сами себе составляете палитру и пользуетесь. Дальше здесь мультиактивный бальзам для губ AZ. И тональная основа AZ. Это все под заказ. Я не могу, тоже, конечно же, все со скидкой. И вот такой вот спонжик для умывания. Очень классно снимать глиняные маски, кремовые маски. Это просто очень крутой помощник, потому что без спонжика это делается довольно-таки долго и муторно. А со спонжиком вот с таким для умывания получается очень даже хорошо и быстро. Естественно, ароматное мыло различное. 3 штучки себе взяла, 2 штучки под заказ. Здесь и малина, и ягода, и кокос, и алоэ. Очень вкусно пахнет. Сейчас тоже по выгодной цене. В следующем каталоге будет Discovery мыло, так что вбивайте. Гели для душа, естественно, тоже Discovery. Это 250 мл объем. Дальше детские гели для душа. Мы пользуемся. Пахнет очень-очень вкусно, такой жвачкой. Очень вкусно пахнет. Это шампунь и гель для душа. Без слез, естественно. Смотрите, какой яркий дизайн, очень красиво смотрится. Дальше вот такая вот умывалочка из серии Optimals. Здесь у нас гель для душа Magic Garden, гель для лица, крем-гель для лица из серии Love Nature. Так, и здесь мицеллярная вода. Кстати, она идет за 199 рублей при покупке 2 средств из серии Optimals. Как раз-таки здесь и воспользовались именно этой акцией. Мицеллярочка вот такая. И подруга
сказала, точнее, спросила, у тебя есть дорогой крем, точнее, дорогое мыло жидкое для рук и тела? Я говорю, конечно, есть. Вот это вот серия Essence & Co. Она идет как раз-таки с эфирными маслами, очень стойкий, вкусный аромат. И, кстати, в следующем каталоге новый аромат появляется, он безумно вкусный, я уже его протестировала. Начну с того, что в том каталоге я заказала для себя сыворотку концентрат антивозрастного действия с ретинолом. Вообще ретинол – это самый мощный компонент для того, чтобы омолодиться. Эта сыворотка вообще, вот это про Cuticles, да, серия, она вышла совсем недавно, и уже хорошие результаты есть у девчонок, у женщин. Как обещает компания, через 4 недели глубокие морщины сокращаются. Вообще ретинол стимулирует синтез коллагена и тем самым обновляет кожу, выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины. Плюс ко всему, есть такой антиакне эффект. У меня, к сожалению, есть такая проблема. Скорее всего, это пищевая аллергия, возможно, не знаю, нужно проверяться, но, в общем, меня сыпет очень сильно. И вот с ретинолом я пытаюсь эту проблему решить. Сделала фотографию до, посмотрим, как будет после. Пользуюсь всего ретинолом полторы на неделю, наверное, где-то. Ну, посмотрим, что будет. И я решила дозаказать себе, раз уж начала заниматься своей кожей, да, ну, хотя на VH-систему 30+, я уже на постоянной основе ее беру и пользуюсь ей, добавила еще вот такие вот активы. Что же добавила в этом каталоге? Это сыворотка пилинг для обновления кожи с 6% содержанием аха-кислот. Очень хорошо отшелушивают эти аха-кислоты сухую кожу, запускает производство новых клеток и уменьшает морщины. Расширенные поры уменьшаются, пигментация уходит. То есть это такое мощное средство, им нужно пользоваться аккуратно, естественно, раз-два раза в неделю где-то. Но я еще прочитаю инструкцию обязательно, все. Вот такими вот мощными вещами нужно пользоваться, когда не активное солнышко, здесь все прочитаю, чтобы не нарваться на пигментацию. Вот, потому что с этими средствами кожа становится более чувствительной, и нужно обязательно SPF, ну, брать какие-то крема с SPF-фактором. Ну, в NovaEdge есть в дневном креме SPF-факторы, да, и мы защищаемся. В общем, буду пилингом заниматься раз-два раза в неделю, и дальше продолжаю пользоваться ретинолом, и очень надеюсь, что будет классный результат. В следующем каталоге на эти два средства очень-очень хорошие скидки по специальной. Распечатала я эти мыльца попробовать на аромат. Очень вкусно. Особенно мне понравился вот этот аромат. Вот так выглядит клубник. Ой, что тут, мята и малина. Очень вкусно пахнет, просто божественно. С кокосом вот такой прямо ядреный аромат. И здесь такой тоже приглушенный и очень вкусненький. Классно.